Азербайджанцы считают Физули азербайджанским поэтом, однако истина заключается в следующем. Физули, Мухаммед ибн Сулейман, известный поэт 15-16 веков, родился в иракском городе Кербела. По всей вероятности, у него агузское тюркское происхождение. Есть мнение, что Физули был персидского или курдского происхождения. Он писал на персидском, арабском, тюркском языках. Физули никогда не посещал ни Атропатену, ни Ширван. Никогда его нога не ступала по территории современной республики Азербайджан. Он никогда не именовал себя азербайджанцем, по одной простой причине, в тот период такого народа не существовало. Его по праву именовали персидским или османским творцом. Так как территория Ирака в этот период была вначале частью персидской державы, а после османского государства,